значит, к нам в театр, занимаются, поют. Нервы педагогам треплет. Ну, наверное, того стоит. Следующий участник ничем не отличается от вышеперечисленного. Но справедливости ради, надо сказать, тоже и по радио крутят, и конкурсы международные выигрывала. Даже передача «Голос» участвовала. Ну что перечислять? Сами сейчас, собственно, все увидите и услышите. Дарья Черенкова. А помогает ей Вячеслав. Здравствуйте.